Наталья Сергеевна, Сараевская средняя школа. Свой первый паспорт совсем еще школьники получают из рук губернатора Рязанской области Павла Малкова. Проект «Мы, граждане России» в Рязани проводят ежегодно. Здесь ребята, которые добились особых успехов в учебе, спорте, общественной деятельности и творчестве. Быть гражданином России – это большая честь и большая ответственность, потому что от каждого из нас зависит будущее нашей страны, нашей могучей Родины с ее великой историей. Мы все знаем героические подвиги, трудовые рекорды, многонациональная культура, сильные духовные традиции. Наша страна абсолютно уникальна, а наш народ непобедим. Я уверен, что вы гордитесь своей Родиной, и каждый из вас достойный гражданин нашей Российской Федерации. Вы уже сейчас показываете хорошие результаты в учебе, в творчестве, в общественной жизни. Занимаетесь спортом, участвуете в волонтерском движении. И, собственно, самое главное, добивайтесь всех поставленных целей. Вот именно такие качества и нужны и нашей стране в целом, и, конечно, нашей Рязанской области. Паспорт гражданина России получил 21 школьник из города и области. Помимо паспорта, каждому вручили экземпляры Конституции Российской Федерации и памятные сувениры. В честь праздника торжественные вручения в рамках акции «Мы, граждане России» прошли по всей области. В общей сложности документы получили больше 200 школьников.